Дорогие друзья, ну я знаю еще одну красавицу, которая не нуждается в советах для того, чтобы поддержать свой внешний вид. Ее зовут Анна Лобода, она солистка Крымского камерного хора, вокально-хореографического ансамбля «Таврия». И эта красавица с нами сейчас на связи. Более того, отмечу, что она еще и выдающаяся вокалистка с прекрасным голосом. В общем, дифирамбы спел. Здравствуй, Анечка. Доброе утро. Доброе утро. Как на твое утро нового дня началось? Ой, рано. Все специально для вас. На карантине всегда хочется спать подольше. Как я тебя понимаю. Ань, ну я уже раз и рекламировал, что ты блестящая вокалистка. Расскажи, пожалуйста, вот проснувшись в столь ранний час, как ты, что ты делаешь для того, чтобы свой голос, чтобы он звучал? Мне кажется, Саша хочет узнать, поете ли вы в душе. Или в душе. Кстати говоря, в душе я не пою. Я не знаю, почему так случилось, обычно все поют, а я нет. Для того, чтобы голос звучал с утра, во-первых, нужно достаточно пить воды. Поэтому все, что я делаю с утра, это с самого начала я выпиваю стакан воды обязательно. И потом нужно разговориться. Если муж в это время спит и не хочет с тобой разговаривать, то приходится разговаривать сама с собой. Ну, ты нам покажешь результаты своих практик? Исполни что-нибудь сегодня с утра пораньше. Я спою. Просим. Немножко плохо слышу тебя. Просим, говори. И только обязательно скажи, что ты будешь исполнять, чтобы мы знали, чему порадоваться сегодня. Я сегодня спою песню «Старый клен». Отлично. Ну, наверное, я думаю, можно приступать уже. Хорошо. Так. Нужно выбрать анализ, удобную для утра. Старый клен стучит в стекло, приглашая нас друзьями на прогулку. Отчего мне так светло? От того, что ты идешь по переулку. Отчего мне так светло? От того, что ты идешь по переулку. Снегопад давно прошел, словно в гости к нам опять весна вернулась. Отчего так хорошо? От того, что ты мне просто улыбнулась. Отчего так хорошо? От того, что ты мне просто улыбнулась. Вы знаешь, нам после стало такого тоже исполнения светло. Просто хочется улыбаться. Спасибо большое, Анечка. Это было здорово, спасибо. Мы очень благодарны тебе за эту песню, потому что я думаю, что и нам с Александрой, и всем тем, кто смотрит эфир, тоже стало и светло, и хорошо на душе. Спасибо. Хорошего дня. Напоминаю, да. На связи с нами была Анна Лобода, артистка Крымского камерного хора вокально-хореографического ансамбля «Таврия».